Привет, меня зовут Альфия Бутаева, я учусь на третьем курсе Инженерно-физического института биомедицины. Мне, как и многим другим выпускникам бакалавриата, скоро предстоит поступление в магистратуру. И я решила заранее узнать все нюансы обучения по разным направлениям в УФИП и задать интересующие вопросы действующим студентам и выпускникам. Привет, меня зовут Аванес Мирослав, я студент первого курса магистратуры, направление высокотехнологичной диагностической системы. Меня зовут Анна Кривецкая, и я закончила магистратуру по направлению биомедицинская фотоника. Меня зовут Тихановский Глеб, я являюсь выпускником магистратуры по программе биомедицинские нанотехнологии. Меня зовут Визанкин Вячеслав, я являюсь студентом-магистром программы перспективы полвонкового лазера и технологий. Меня зовут Ольга, на данный момент я учусь в магистратуре по направлению химическая технология. Меня зовут Юдаков Данила, я являюсь выпускником кафедры 35 медицинская физика. Я занимаюсь исследованиями в области синтеза наноматериалов для биомедицинских применений, в частности, для терапии и диагностики онкологических заболеваний. Моя научная работа называлась «Исследование алгоритмов степени сатурации гемоглобином кислорода в многослойных биологических объектах». То есть я проводила измерения, по результатам которых можно было сказать о сатурации, то есть насыщении биологических тканей кислородом. На моей кафедре за прошедший год было выпущено 2 кандидата наук. Ну и, конечно, за довольно-таки короткий промежуток времени на нашей кафедре было выпущено 19 патентов. Я считаю, это довольно весомое достижение. Обучение по данному направлению в основном в вечернее время. То есть пары ставят в основном во второй половине дня. Это очень удобно, потому что можно совмещать работу и учебу. Работу в лаборатории можно начинать сразу же с первого курса магистратуры. Я пришел в лабораторию, будучи еще студентом бакалавриата, и продолжаю здесь работать, даже уже будучи в аспирантуре. Занятия в магистратуре устроены так, что их проводят исследователи, люди, которые в данный момент непосредственно занимаются научной деятельностью именно в этих направлениях. Первые курсы бакалавриата нацелены на формирование общей теоретической базы. Это огромное количество физики и математики. Затем начинаются предметы по специальности, и здесь уже мы приступаем к самой интересной части обучения. Безусловно, можно работать под конец обучения, но на долю ставки, чтобы это было не в ущерб процессу обучения. Во время учебы в магистратуре есть, по крайней мере, один свободный день, когда можно пробовать начинать работать. И я советую попробовать, если есть такая возможность, поучаствовать в операциях, чтобы понять, нравится ли вам в данной области. Студент-магистр уже может устроиться техником, а после окончания может устроиться инженером, конструктором, исследователем. Работать можно в разных сферах. Это может быть и медицинский физик, и специалист по радиационной безопасности. А также можно работать в IT-сфере, это заниматься программированием или аналитикой данных. Ну, конечно, после магистратуры можно пойти, во-первых, в аспирантуру и в дальнейшем заниматься научной деятельностью на нашей кафедре. Но в другом случае можно пойти в любую IT-компанию, в IT-стартап, например, в банк или в Яндекс. Зарплата сильно зависит от человека, так как, например, участие в грантах сильно влияет на уровень дохода. На первых этапах, когда вы приходите в лабораторию, конечно, зарплата сначала будет невысокая, но все будет сильно зависеть от вашего уровня навыков и от вашей трудоспособности. Через несколько лет работы в лаборатории можно получать там, от 150 тысяч и выше. Как любого IT-специалиста можно зарабатывать баснословную сумму денег, можно пойти в крутые компании и зарабатывать там, либо создать свой стартап, и там, конечно, все будет зависеть от тебя. Кафедра действительно очень сильно помогает. Она помогла мне в том числе. Изначально практику я проходила в центре фармааналитики. Сейчас я уже перешла в другую компанию. Компания называется MapScale. Институт оказывает очень сильную поддержку в этом плане. Практику можно проходить на базе нашего института, организации партнеров, или же найти свою какую-то организацию совершенно стороннюю.
Ведущая организация – это ФИАН, это Физический институт Академии наук имени Лебедева. Также программа предлагает работу на заводе «Лоссард». Также научно-исследовательский институт имени Полюс имени Стельмаха. Это, конечно, наш университет НИАУ-МИФИ, это институт биоорганической химии, это Физический институт Академии наук, Российский онкологический центр имени Блохина. Мы сотрудничаем очень тесно с онкоцентром Блохина и с при президенте Российской Федерации клиникой. Оборудования для проведения клинических исследований и для проведения экспериментов хватает. Используемое оборудование включает различные виды лазеров, оптоволокна, спектрометр, в том числе спектрометр LESA-01 BioSpec, который был разработан на базе лаборатории. И также спектры обрабатываются в программе UNO и UNO Momenta, которые тоже были разработаны на базе лаборатории. Мне нравится именно междисциплинар, то есть у нас есть как биологические знания, то есть анатомия, медицинская биохимия, молекулярная физика и так далее, как и IT-специальности. Соответственно, мы изучаем и базы данных, и машинное обучение, и много других интересных вещей. Я хочу отметить многогранность направления медицинская физика. Когда изучаешь данное направление, понимаешь, насколько оно широко и перспективно в своем развитии. Нравится, что ты каждый день получаешь очень много новой информации, ты каждый день чему-то учишься, и не получается, что не стоишь на месте. Больше всего в программе мне нравятся преподаватели. Очень хороший, приятный преподавательский состав, очень открытые люди, всегда готовы помочь, объяснить, можно всегда обратиться. Нужно здорово знать физику, химию, биологию, уметь работать с информационными системами, уметь программировать, но самое главное – иметь мотивацию заниматься всем этим. Я бы ничего не меняла. Если бы я снова поступала на первый курс магистратуры, я бы точно выбрала это направление, так как мне нравится совмещение технической специальности и медицинского направления, и также мне нравится участвовать в операциях, поэтому я бы ничего не поменяла. Я бы повторил тот же путь, что прошел сейчас. Наверное, не бояться идти за новыми знаниями и стремиться всегда к лучшему. Если вы обучаетесь на технической специальности, но всегда хотели попробовать себя в области медицины, я считаю, что данное направление является очень интересным и приглашаю вас обучаться на нем. Приходите к нам, мы всегда будем рады вас видеть, всегда поможем, всегда подскажем. Я уже выбрала свое будущее. А вы?